Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня продолжаем тему духовного исцеления и счастливой жизни. После перерыва некоторое время мы были на фестивале «Сказочный город», где проводили тоже мастер-классы, личные консультации и, конечно же, исцеление. Вот мы вернулись снова в Одессу, и поэтому теперь продолжаю запись видеороликов для канала YouTube. Конечно же, когда я говорю о духовном исцелении, я имею в виду проработку негативного заряда, то есть исцеление кармы. Потому что каждый случай, который у человека произошел негативный, будь то психологическое насилие, либо физическое, это все откладывается и потом влияет на человека. Поэтому, когда я говорю о судьбе, то это не что-то предначертанное, это как раз то, что действительно можно изменить. И даже на моем канале есть фильм «Изменить судьбу», вы сможете его посмотреть и увидеть в действительности, как проходит процесс. Для того, чтобы сделать это самостоятельно, достаточно, самое главное, это желание, желание к исцелению. Вы можете просто пройтись по улице, наблюдать за предметами, которые вас окружают, это уже будет начало процессинга. То есть вывод внимания в то, что происходит прямо здесь и сейчас. Если нужна более глубинная проработка, то можно объединиться в пару и попросить человека на самом деле просто задавать вопросы и выслушивать вас. Здесь не нужно много общения. Здесь важно спросить, а что у тебя волнует? Какие у тебя есть переживания? И дальше человек просто рассказывает об этом, не жалуясь, не делая себя жертву, а рассматривая как есть, то есть повышая свою причинность, свою ответственность. А второй человек просто слушает, и когда человек закончил, дает ему подтверждение, говорит спасибо. Вот в этом-то и сама суть процессинга, аудитинга, в умении слушать. Потому что зачастую мы можем много говорить, но не умеем слушать. Хотя, конечно, и с общением, и с говорением бывают проблемы. Поэтому есть специальные упражнения по общению, которые помогают человеку в действительности разобраться с общением. То есть сначала начинаем с присутствия здесь и сейчас, потом с тем, чтобы быть лицом к лицу с другим человеком и воспринимать его с удобством. Мы постепенно повышаем градиент. И человек учится доносить свое общение, быть понятым, быть воспроизведенным и, конечно же, делать так, чтобы это общение правильно завершалось, чтобы были улажены все оригинации или комментарии человека. Вот в этом-то суть общения, в том, чтобы делать это компетентно, правильно. И вот эти тренировочные упражнения дают возможность человеку научиться общаться, используя по-настоящему формулу общения. То есть общение в действительности имеет свою формулу. И это важно знать, что есть причина, тот, кто производит общение, есть следствие, тот, кто получает общение, расстояние между ними. И намерение есть у человека быть понятым и воспроизведенным, донести это общение, и чтобы оно было действительно получено, чтобы было воспроизведение и понимание. И вот когда есть понимание в общении, вот тогда это действительное общение. А без понимания, какое же это общение? Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, посмотрите, готов ли он получить вашу коммуникацию. И только тогда начинайте общение. Этому всему можно научиться на тренировочных упражнениях, как раз которые я провожу для людей, которые заинтересованы в том, чтобы действительно научиться компетентно и корректно, правильно общаться. Вот. И что еще самое важное? Когда мы убираем вот эти негативные заряды, которые есть в уме, у человека повышается уровень осознанности, и он в большей степени готов делать то, что у него, то, что действительно его. То есть он меняет свою судьбу. Потому что многие люди думают, что что-то у них там злой рок, или это предначертано, или какое-то там злое влияние. Да, не без этого, это тоже есть, и это тоже можно исправить с помощью процессинга. Но самое важное, это те вещи, взять ответственность за свою собственную жизнь. И я уверен, что вы можете это сделать. Самое главное, это желание. Я занимаюсь процессингом уже 20 лет, и за это время повидал многое. Я исцелил себя, свое тело, свое сознание и помог большому количеству людей тоже повысить уровень жизни, улучшить свои восприятия, убрать негативные эмоции, негативные переживания. И моя цель – это действительно, чтобы каждый человек был счастливым, здоровым. Поэтому я вас искренне приглашаю на бесплатную консультацию в Академию Счастья. Вы можете написать мне по контактам, которые указаны в описании к этому видео. Быстрее всего я отвечаю в Вайбере или по телефону. И, конечно же, ставьте отметку «нравится» этому видео, делитесь этим видео с друзьями, колокольчик для напоминаний о новых видео на моем канале. И буду рад вашим отзывам, комментариям. Все мои контакты будут указаны под этим видео. Вам счастья, гармонии и всего самого наилучшего.